Сегодня за партами нет привычной суеты. Вместо учителя у доски сами школьники. Вспоминают историю Великой Отечественной войны и имена героев, которые ценой собственной жизни добились победы. Имя одного из таких людей теперь носит и их школа. Герой Советского Союза, крымчанин Василий Горишный, встретил войну на границе, но прошел ни одной фронтовой дорогой и пересек ни одну страну. Василий Акимович Горишный, генерал-лейтенант, командир прославленной дивизии, которая и в Сталинграде воевала, и при форсировании Днепра, и брали Прибалтики многие города. В общем, он дошел на Эльбу до самой войны. Теперь подробно изучать биографию Горишного и других героев войны школьники будут совместно с ветеранами пограничной службы. Пограничники взяли шефство над этим учебным заведением. Уже есть весьма амбициозные планы на это сотрудничество у администрации школы. Мы, безусловно, очень рассчитываем на их помощь в воспитании детей в этом направлении. А сотрудничество, я думаю, даст многое, потому что они помогают нам в данном случае, уже проведены уроки мужества. Обещали помощь в организации музея памяти Василия Горишнего и, конечно же, музея Великой Отечественной войны в школе. Имя Василия Горишного официально закреплено за школой городским советом. И уже скоро на здании будет установлена мемориальная доска герою Советского Союза. Юлия Козырь, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.